Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Номер 8. Вычисли значения выражений и запиши полученные результаты в порядке возрастания. 1418 прибавить 8640. Мы получим 10058. 10086 прибавить 600. Будет 10680. 18560 отнять 7974. Получится 10586. 20721 отнять 9855. Будет 10856. 21012 отнять 10506. И мы получим 10506. 10560 прибавить 1068. Это будет 11628. Мы должны записать полученные результаты в порядке возрастания. То есть на первое место мы ставим самый маленький результат. 10058. Далее 10506. 10686. 10856. И самый большой результат 11628. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.